выходит. Фамилия, имя, отчество. Федеральная служба безопасности задержан в настоящее время. Сейчас у нас будут проводиться следственные действия с вашим участием. Вам все будет разъяснено подробно и обстоятельно. Ясно вам? Ясно. Вы являетесь действующим сотрудником органов государственной безопасности? Нет. Когда-нибудь являлись? Нет. Оглашаю вам постановление о производстве обыска следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нового образца. Вы спросите, все же себе разрешение. Раз, два, три, четыре ПТС. Обратите внимание, понятые.